Частник под именем Блошенко, АВ «Роскосмос». Пожалуйста, если у вас есть возможность, выйдите на связь для проведения теста. Включите вашу камеру и микрофон. Да, добрый день. Добрый день. Вас видим и слышим. Все отлично. Как вы нас видите, слышите? Видим, слышим хорошо, спасибо. Спасибо вам. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. У нас сегодня с вами заседание Организационного комитета Всероссийской премии за верность науке. Несколько слов относительно самой премии и истории ее вручения. Всероссийская премия за верность науке присуждается ежегодно, начиная с 2015 года, за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации научных достижений и поддержки престижа научной деятельности в Российской Федерации. Организатором премии является Министерство науки и высшего образования. Отдельно хотел бы сказать, что у нас есть стратегические партнеры, благодаря которым, конечно, премия приобрела другое звучание. Я отдельно хочу поблагодарить Российскую академию наук, НИИЦ-Курчатовский институт, Михаил Валентинович Ковальчук здесь сегодня, и Московский государственный университет имени Ломоносова в лице, конечно, ректора Виктора Антоновича Садовничева. Отдельно хотел бы высказать слова признательности за поддержку премии Сергею Евгеньевичу Нарышкину. Сергей Евгеньевич, спасибо, что вы сегодня с нами. Более 5 лет подряд финансовую часть премии формирует благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». Несколько слов о предназначении премии, хотя, казалось бы, это очевидные вещи. Вместе с тем, задача премии входит не только популяризация науки, но и расширение списка ученых, занимающихся просветительской деятельностью, обеспечение их большего присутствия в медийном поле, содействие эффективной коммуникации журналистского и научного сообщества, развитие новых форм коммуникации и формирование позитивного имиджа российской науки. Для проведения премии ежегодно у нас формируется организационный комитет и экспертный совет. Организационный комитет, вот сегодня здесь по существу в этом году даст старт. Мы обсудим ключевые вопросы, связанные с номинациями, ну и, соответственно, после этого последует сбор заявок, а уже осенью подведение итогов и награждение самых достойных и лучших. Для, собственно, самого отбора этих лучших создается экспертный совет. Экспертный совет премиями проводит независимую экспертизу и оценку заявок номинантов. И буквально еще 2 штриха очень важных. Несмотря на то, что премия с 2015 года существует, я считаю, что благодаря, во-первых, поддержке в прошлом году и особому вниманию со стороны целого ряда и организаций, и лиц, уважаемых, статусных, признанных, нам удалось поднять премию на совершенно новый уровень. Вручение состоялось осенью, вы знаете, в Большом Кремлевском дворце. Это был год науки и технологий. Премия самовручения, церемония вручения привлекла большое количество представителей экспертного профессионального сообщества. И сегодня, учитывая, что мы с вами на старте десятилетия науки и технологий, одной из целей которых является в том числе популяризация науки, мы хотели бы, чтобы эта премия каждый год становилась еще более престижной, еще более популярной, и количество заявок на соответствующие номинации увеличивалось. Но хочу отметить, что в прошлом году было беспрецедентно рекордное число заявок, 744 из 68 регионов страны, тогда как, скажем, в 2020 году
Было всего 312 заявок. Поэтому, коллеги, в 2022 году премия состоится 8-й раз. Я очень надеюсь, что она станет, еще раз повторюсь, более популярной и более престижной, позволит нам, как крупное масштабное такое мероприятие, решать те задачи, которые стоят в целом перед сообществом. Сейчас я попросил бы уважаемых гостей, членов оргкомитета, выступить. И в первую очередь хочу поблагодарить еще раз Сергея Евгеньевича Нарышкина. Мы помним, в прошлом году мы не просто поддержали премию, но и лично присутствовали на церемонии вручения. Поэтому, Сергей Евгеньевич, пожалуйста, вам слово. Уважаемый Валерий Николаевич, уважаемые коллеги, я рад приветствовать всех участников Организационного комитета Всероссийской премии за верность науке. Люди, занятые в сфере науки, полностью посвящают себя поиску нового знания, добыванию полезной информации, тем самым внося весомый вклад в развитие нашей страны. Фундаментальная и прикладная наука всегда были драйвером социально-экономического развития, обеспечения технологического суверенитета – это важный приоритет нашего государства, и об этом свидетельствует объявленное в России десятилетие науки и технологий. Сегодня наша страна входит в число мировых лидеров по масштабам занятости в науке, однако вопрос воспроизводства научных кадров для нас стоит достаточно остро. Убежден, что карьера ученого, человека, добывающего новое знание, должна быть почетной и уважаемой, являться целью для наиболее талантливых и одаренных молодых людей, вдохновлять их со школьной скамьи. Если отталкиваться от самого названия премии за верность науке, то справедливо признать, что образцами подлинного служения знанию – всегда будут являться сами ученые, профессиональные исследователи, посвятившие жизнь поиску истины. Другое дело, что востребованность их трудов напрямую зависит от общества. Именно общество в лице государства, бизнеса и некоммерческого сектора должно своевременно принимать от ученых их эстафетную палочку, превращая теории и открытия в производственные технологии и востребованные продукты. Для этого необходимо последовательно разъяснять роль фундаментального знания, настойчиво заниматься популяризацией научных достижений. Лучшим из тех, кто вовлечен в эту большую работу, научным журналистам, просветителям, организаторам науки, и присуждается наша премия. Состав ее оргкомитета, сформированного Министерством науки и высшего образования России, вошли представители многих ведущих научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, органов государственной власти. Отрадно, что внимание к премии проявили и крупные технологические компании «Роскосмос» и «Росатом». Именно космические и атомные проекты во второй половине 20 века сделали нашу страну великой научно-технологической державой. Очевидно, что сегодня мы должны учитывать этот опыт, популяризировать успешные примеры кооперации науки с реальным сектором экономики. Большая наука – это занятие для смелых, для сильных духом, для тех, кто умеет мечтать, мыслить широкими горизонтами и, конечно, готов много и напряженно трудиться. В полной мере это относится и к социально-гуманитарному знанию. Масштабные изменения, происходящие сегодня в мире, предъявляют самые высокие требования к уровню нашей гуманитарной экспертизы. Велик запрос на серьезные фундаментальные исследования, позволяющие прогнозировать долгосрочные макроэкономические и политико-социальные тенденции. Важно поддержать отечественное востоковедение, прикладная востребованность которого крайне важна для нашей страны на новом историческом этапе развития. Наконец, как председатель Российского исторического общества, всецело поддерживаю
решение Миноборнауки России вновь вручить премию в номинации «Защита исторической правды». Не раз говорил о том, что историческая правда, если давать ей точное определение, это объективное знание о прошлом, добытое научным путем. В последние годы отечественная историческая наука успешно развивается. У нас очень много сильных научных школ, так что уверен, что количество заявок в этой номинации будет большим, а их уровень очень и очень достойным. Спасибо. Спасибо, Валерий Николаевич. Спасибо большое, уважаемый Сергей Евгеньевич. Я также хотел бы отдельные слова благодарности высказать двум нашим крупнейшим компаниям и ее руководителям. Дмитрий Олегович, вам отдельное спасибо. Мы сегодня будем рассматривать вопрос о присуждении специального приза за популяризацию космической отрасли. Ну и Алексей Евгеньевич Лихачев, сегодня у нас будет представитель Росатома. Мы рассмотрим вопрос также об отдельном специальном призе. И это уже сотрудничество продолжается не первый год, за что мы нашим корпорациям признательны. Сейчас я хотел бы предоставить слово Михаилу Валентиновичу Ковальчуку, президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Пожалуйста. Уважаемый Валерий Николаевич, коллеги, вы знаете, вот на самом деле мы говорим о популяризации. В действительности традиции вот у нас в нашей стране, она тогда называлась еще СССР, очень глубокие и колоссальные. У нас было самое мощная вот машина популяризации научных знаний. Вот американцы ее заимствовали, учились. Мы издавали журналы у всех на слуху, я думаю, даже у людей не старшего поколения. Это журналы как «Техника молодежи», «Химия и жизнь», «Наука и жизнь». То есть масса журналов выходила, их просто был сон. Они имели миллионные тиражи. Это трудно сегодня представить, но по факту это было так. И общество знания, которое включало в себя самое главное распространение научных знаний через лекции, то есть практически каждый научный сотрудник был лектором. И в этом смысле сегодня у нас колоссальный опыт, и надо его, как бы сегодня анализируя, понять и правильно имплементировать в сегодняшнюю среду. Сегодня к науке интерес колоссальный, мы с вами должны это понимать. Более того, это не просто научный интерес, а это потребность, потому что я вот об этом часто говорю, но я повторю еще раз. Вот знаете, во времена индустриализации, когда у вас было тяжелой индустрии, там, станкостроение и прочее, тогда у вас доля неокра, интеллекта была всего лишь 3-5%. Остальное была стоимость материалов и энергии. Затем мы перешли к полупроводникам, и у вас доля неокра, то есть интеллект, увеличилась до 30%. И за счет уменьшения доли энергии и сырья. А сейчас, когда мы переходим к природоподобному укладу, по факту мы уже там одной ногой, доля неокра становится 90 с лишним процентов. Это означает, что следующий продукт, вот уже сегодняшнего и завтрашнего дня, продукт конечный, он будет сублимированным научным знанием. В этом смысле, даже если люди не хотят заниматься наукой, они должны быть подготовлены к жизни в этом таком сложно наукоемко насыщенной среде. Ну и надо сказать, что это абсолютно четко корреспондирует с действиями власти, потому что президент подписал указ и объявлен десятилетие науки. После прошлого удачного года науки сегодня объявлено десятилетие науки. То есть 10 лет мы должны заниматься тем, чтобы наука стала главным трендом, так сказать, в жизни, драйвером развития. И я хочу сказать, что, так сказать, мне вот хотелось бы остановиться на нескольких моментах очень бегло. Знаете, вот с одной стороны, сегодня мы с вами хорошо понимаем, что происходит, не вдаваясь в детали, есть несколько аспектов. Например, восстановление нашего влияния на территории бывшего нашего территории Советского Союза, СНГ. Надо сказать, что мы двигаемся очень успешно. Сейчас вот с белорусами очень, мы с Виктором Антоновичем там вот принимали участие в форуме регионов в Гродно. Надо сказать, что происходит очень сильное единение, и с белорусами у нас по науке очень четко и жестко происходит такое сближение. Вот министр проводил на нашей площадке в Гатчине, где мы с вами, Сергей Евгеньевич, тоже были в свое время. Значит, да, в Гатчине на реакторе ПИК происходила коллегия совместная всех министерств наших, науки и просвещения и белорусских. И белорусы подали заявку на вступление в Международный центр нейтронных исследований. Сейчас у нас запланировано заседание МААН. Вот мы с Виктором Антоновичем взяли на себя, и Александр Михайлович там есть тоже. Вот мы вместе договорились. Значит, мы проводим
проводим это в Москве и в Петербурге, в Гатчине, осенью. И там мы собираем сейчас еще и руководителей научных ведомств и академий стран, таких как Таджикистан, Узбекистан. Мы очень тесно с ними взаимодействуем, и они тоже изъявили желание. То есть поэтому мне кажется, что одной из ветвей нашей деятельности вот в этом десятилетии сейчас, это и есть распространение нашего влияния научного на эти территории. И вторая вещь, она может быть более частная, но важна. Знаете, я вот отвлекаюсь, хочу сказать, я очень не люблю фантастику изначально, не знаю почему, но единственную книгу, которую я читал, это был «Рэй Брэдбери». И там я хорошо запомнил, это я еще был тинейджером, там была очень описана война, которая идет в космос, сидят два генерала, нажимают кнопки, и там что-то где-то воюет. Один второму говорит, мне дедушка рассказывал, что вообще как-то они руками управляли, может, говорит, перейдем на ручное управление. Я это сказал к чему? Я это сказал вот к чему, что сегодня идет специальная военная операция. И мы с вами видим, что там огромное количество людей, которые участвуют со стороны войск, они уже, как Рэй Брэдбери, так сказать, занимаются вот этими делами. То есть это люди уже как бы наукоемкие сами по себе. Поэтому, мне кажется, надо особое внимание уделить тому, чтобы когда операция закончится, вот эти люди, которые там прошли, востребованы, могли продолжить обучение и в этом смысле протянуть им руку через популяризацию науки. Но мне представляется, что это может быть еще некая когорта, которая могла пополнить наше высшее образование очень существенно. Ну и закончить я хотел, знаете, когда всегда в конце, говорит, запоминается последнее, как говорил коллега Сергей Евгеньевич, я про Курчатский институт хотел сказать два слова. Вот вы, Валерий Николаевич, правильно как бы обратили внимание на атомно-космический проект, и я должен сказать, что это такой яркий, наиболее успешный опыт того, как наука переформатировала цивилизацию, и как мы четко, мобилизованно смогли решить эту проблему. И сегодня мы с вами суверенны и живы в суверенной стране, одной из немногих, только потому, что мы тогда были успешны. И мы должны закрепить этот успех. И я, заканчивая, хотел обратить внимание на два момента. Первое. Вот у нас в институте очень интересно. У нас есть два объекта, помимо института и инфраструктуры всей. У нас есть реактор F1, то место, где началась атомная эра на Евразийском континенте 25 декабря 1946 года, первая цепная реакция, и дом-музей Курчатова. Так вот там сейчас, если мы раньше, как бы так сказать, периодически туда кого-то заводили, там идет просто в нон-стоп режиме люди, и мы сейчас вот решили буквально сегодня утром, поговорили, заключить договора с ведущими вузами, с тем, чтобы это просто стало как бы обязательно для молодежи, студентов проток через вот такие места, которые являются сакрально знаковыми. Но закончить я хотел вот на чем. Вы знаете, мы с вами должны понимать, что создав атомно-космический зонтик, это важнейшее дело, и сегодня мы живы благодаря этому и суверенны. Но надо понимать, что этот зонтик, его влияние и возможности резко ослабевают. Потому что разберутся с нами совсем другим биологическим путем. И все для этого готово. И в этом смысле мы, наше предложение, поддержанное руководством страны, в первую очередь президентом, привело к тому, что мы за последние 10 лет создали внутри Курчатского института новый Курчатский институт 21 века. У нас в институте сосредоточена треть биогенетического потенциала страны. Я хочу поблагодарить Валерия Николаевича и администрацию президента за то, что, так сказать, они активно помогали в этом. У нас сегодня ключевая задача, мы резко изменили нашу часть, связанную с атомными делами, четко ориентировав ее. Росатом абсолютно самодостаточная компания, они все делают очень хорошо, где надо, мы им помогаем, но мы отвечаем за будущее того, что будет делать Росатом. И у нас с этим все в порядке. Это касается космических двигателей, это касается принципиально новых станций, принципиально нового атомного флота, целого ряда направлений. Это сохранено, и это надо популяризировать. А главная зона действия и влияния переносится на живую жизнь, на сельское хозяйство, на медицину, биогенетические вещи. И мы сегодня имеем возможность ответить на этот вызов, как на атомно-космический 80 лет назад, ответить сегодня. И вот у нас на будущий год будет знаменательное событие по 120 лет Курчатова Александра и 80 лет Курчатского института. Я думаю, что десятилетие науки мы откроем этими важными событиями, популяризируя старые успехи и новые тренды в науке. Спасибо. Да, спасибо большое, Михаил Валентинович. Да, столько, сколько делает коллектив Курчатского для популяризации науки. У нас не только школьники, не только студенты, молодые ученые, но и последний раз большая группа представителей министерства в том числе побывала, молодые сотрудники на День молодежи
мы им показали, в том числе и исторически известный реактор F1 и многое-многое другое. Мне кажется, надо неустанно продолжать эту работу делать и дальше. Я хочу попросить выступить Александра Михайловича Сергеева, президента Российской Академии Наук. Он у нас сегодня в другом месте по ВКС. Пожалуйста, Александр Михайлович. Спасибо, Валерий Николаевич, уважаемые коллеги. Я нахожусь под впечатлением совершенно замечательного события, которое произошло вчера у нас в стране. Это открытие Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. Вы знаете, что 8 июля Международный год мировой открылся в Париже, а 9 июля наше участие в этом годе ознаменовалось совершенно фантастическим событием, которое произошло в Башкирии. И хотел бы в связи с этим немножко поделиться вот своими представлениями о том, как мы могли бы усилить региональный аспект вот этого нашего замечательного конкурса «За верность науке». Вот, понимаете, сейчас видно, что у нас в различных регионах страны проводятся под эгидой администрации, с участием университетов, научных институтов, общественности, проводятся очень мощные такие мероприятия, и регионы действительно потянулись в связи с годом науки и технологий, десятилетием науки и технологий, с тем, что сейчас по новому законодательству руководство может тратить деньги на федеральные проекты, университеты, институты. Мне кажется, здесь очень важным было бы отразить это и вот на этой нашей премии. Конечно, представители регионов могут участвовать вот по всем этим номинациям, которые здесь представлены, и участвуют, и кое-где побеждают, но речь идет о том, что мы могли бы гораздо сильнее использовать вот этот вот потенциал региональный, потенциал администрации, показать им, что они тоже могут быть отмечены, услышаны. Для них вот совершенно точно крайне важно было бы получить какие-то такие знаки внимания, награды, с тем, чтобы и на сцене Кремлевского дворца съездов тоже все это прозвучало, участвовали вот все вот эти вот команды. Я только в прошлом году был на таких мероприятиях, подобных вот открытию года фундаментальной науки в России. А я просто очень коротко, наверное, все знают, это действительно рядом с знаменитой пещерой Шульганташ, которой обнаружена такая вот живопись, датируемые 15 тысяч лет, до 30 тысяч лет. Там построен новый такой вот комплекс научно-культурно-музейный, туристический, с фантастическим музеем. И сама вот эта вот процедура, это, конечно, сильнейшее такое действие научно-просветительского характера. Мы смотрели, что как 8 июля открывалось это дело в Париже. В общем, Париж, конечно, отдыхает, но здесь гораздо более интересно все это сделано. В прошлом году, например, было очень интересное мероприятие в Архангельске, посвященное 310-летию Ломоносова. И тоже, вот как это абсолютно научно-просветительское мероприятие, это Архангельск, Холмогоры, выступления там ведущих ученых, там Зеленый, Петровский. В Якутии были на аналогичном мероприятии. Мне кажется, что руководители регионов были бы очень заинтересованы в том, чтобы поддержать эту нашу премию. Наверное, можно было бы попросить Совет Федерации включить кого-то в состав нашего оргкомитета. И абсолютно уверен, что они не откажутся и будут помогать. Ну вот, собственно, мое предложение заключается в том, что помимо участия наших крупнейших государственных корпораций и частных крупных компаний, чтобы мы обязательно использовали вот этот вот
интерес регионов к тому, чтобы внести свой вклад в просветительскую деятельность. Спасибо. Да, спасибо, Александр Михайлович, спасибо за предложение. Я попросил бы еще сказать приветственные слова Виктора Антоновича Садовничева, ректора МГУ, пожалуйста. Спасибо, Валерий Николаевич, Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Много сказано, я присоединяюсь к тем предложениям, которые звучали, Михаил Валентинович. Я стоял у истоков этой премии 7 лет назад и вижу, что проект состоялся. Я вижу многих тех, кто, с кем мы начинали, и действительно проект этот состоялся. Он вовремя, и авторитет науки растет, и любовь общества к науке, уважение к науке растет. И наш проект крепчает, он становится шире и такой увереннее. Но два предложения я хотел бы сделать. Мы понимаем, что наука – это принадлежит нашим молодым людям, будущее. И именно им придется вот открывать, им придется поднимать наш авторитет, независимость. И очень важно, чтобы молодые люди заболели наукой как можно раньше. Заболели. И в связи с этим, мне кажется, в один из проектов нашей премии или новым проектом было бы неплохо присуждать премии тем людям, которые и популяризируют науку на блестящем мировом уровне, и чьи результаты, собственно, являются передовыми, и мир им следует. И таких людей надо показывать, и мне кажется, что они у нас есть. Я вот 5 человек вижу, которых бы можно предложить. Из этических предложений не буду предлагать, но я вижу. Но вот из прошлого мы присудили Залезняку и Оганесяну. Вот 2 такие премии. Это действительно, ну, что и говорить. Это люди, которые ведут за собой не только, вот, может быть, науку узкую, вот, конкретную, но они популяризирует всю науку, междисциплинарность. Это очень важно. Таких людей надо поддерживать. И второе, и Михаил Антинович об этом говорил, мое предложение, может быть, отдельную номинацию или в одной из номинаций подумать и рассказывать о тех проектах, которые связаны уже не только с фундаментальной наукой, но и применением ее в конкретных технологиях. Я имею в виду о долинах. И вот, коллеги, это факт. Вот одна из долин состоялась. Долина Московского университета. В этом году мы вводим 2 корпуса, ну, фактически 3 корпуса, 300 проектов. 300 проектов компаний. Причем все вот компании, которые мы знаем, они так или иначе участвуют, или дочерние компании. Мне кажется, очень важно бы прессе, возможно, или другим ученым, рассказывать об этих проектах и увидеть, а в чем будущее. Вот Михаил Антонович говорил, там генетика, лекарства, различные, да, другие важные современные вещи. Они будут в долинах. И долина не только в Московском университете. Я знаю, что многие университеты стараются похожие вещи делать. Мне кажется, вот эту идею надо поддержать. Тем более, что долина, о которой я говорю, поддержана Владимиром Владимировичем, он лично контролирует ее ввод, ее работу. И мне бы казалось, что это хорошая тема поддерживать вот эти компании или вот этих людей, которые с паяльником в гаражах сидят, паяют новые технологии. И третье, оно может быть и конкретное, но оно для страны очень важно, это Саров. Мы уже упоминали здесь Росатом, но в Сарове происходят грандиозные вещи. Вот недавно было заседание Совета по науке при президенте, Дмитрий Анатольевич вел, и потом была докладная Владимиру Владимировичу по итогам этого совета. И там понятно, что строится университетский кампус, в общем, колоссального размера и условия. И второе, строится академгородок. И мне кажется, что это тоже проект, он связан с конкретными делами и конкретными технологиями. Мне кажется, о нем можно рассказывать, потому что он является таким международным проектом и на уровне находится международным. Поэтому я вот думаю, что надо делать все время какие-то шаги вперед, видеть новые направления и наши номинации их включать.
Вот, а обращаясь к прессе, от нее очень много зависит результаты вообще освещения и вообще то, как общество воспримет. Мне кажется, очень важно выбирать вот эти направления и рассказывать обществу, что делается у нас в стране. Мы действительно ведущая страна научная в мире. Это факт. Спасибо. Да, спасибо большое, Виктор Антонович. Я, кстати, хочу сказать сразу вот то, что касается конкретных продуктов и поближе, что называется, к жизни, да, к людям. У нас есть специальный приз за популяризацию отечественных разработок. То есть это уже конкретные продукты, сервисы, технологии, я так понимаю, замысел именно такой есть. Коллеги, я предлагаю перейти к рассмотрению 4 вопросов для того, чтобы запустить конкурс этого года. Ну и начнем с утверждения положения и списка номинаций 8-й Всероссийской премии за верность науке. Елена Сергеевна, пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, добрый день. Я рада всех приветствовать на заседании оргкомитета. Мы видим, что интерес к премии из года в год растет. Я попрошу поставить презентацию. Очень коротко хочу сказать, что помимо главной цели, которая заключается в стимулировании все больше говорить о достижениях российской науки, у нас своего рода подзадачей стало показать, что наука в России развивается не только в Москве и Санкт-Петербурге, Новосибирском академгородке, но и по всей стране. И это не просто реклама науки, это реальность, потому что в стране открываются новые центры притяжения для ученых, для молодых ученых. Исходя из положение, которое предлагается сегодня утвердить, я попрошу пролистнуть слайды, у меня не работает кликер. Задачи премии также входит расширение списка популяризаторов науки и их поддержка в медийном пространстве. Нужно, чтобы имена наших исследователей звучали не только в узких профессиональных изданиях, но и в широком общедоступном информационном поле. Премия выступает таким звеном, которое содействует эффективной коммуникации между журналистским и научным сообществом. И это своего рода поощрение за непростой, высокоинтеллектуальный труд и выражение общественного признания. На слайде, на следующем слайде представлена будет статистика заявок за прошлые годы. Я попрошу включить. Да, и если мы посмотрим, почти в 2.5 раза по сравнению с 2018 годом выросло число заявок. В прошлом году было 14 номинаций с учетом специальных призов. Радует, что многие заявки приходили из регионов. Переключите следующий слайд. Это из Кировской, Ростовской области, заявки с Южного Урала, с Курска, с Севастополя, Ярославля. И это подтверждает, что интерес к популяризации науки есть во многих регионах нашей страны. Россия богата инициативными студентами, преподавателями, учеными, которые занимаются научным просвещением в своих городах. И исходя из консультаций с экспертным журналистским сообществом, в этом году предлагается утвердить 9 номинаций и 5 специальных. Я попрошу переключить следующий слайд. Среди них научный журналист года, фотограф года и режиссер года. Будут номинироваться те, кто показывает нам науку через объективы фото- и видеокамер. Те, кто пишет авторские материалы в федеральных, региональных СМИ, в социальных сетях. В номинации «Наука как искусство» будут участвовать музейные, выставочные, фестивальные проекты, а также проекты новых форматов, находящиеся на стыке науки и искусства, приобщающие широкую общественность к достижениям современной науки. Предусмотрена номинация «Вклад в популяризацию науки и технологий среди молодых ученых. Наука – это модно». Номинируются кандидаты и доктора наук до 39 лет, которые активно занимаются научно-просветительской деятельностью. Следующая номинация, которая также возникла только в этом году, это научная пресс-служба года. Номинируются пресс-службы университетов и научно-исследовательских организаций, которые занимаются системной и качественной работой в СМИ и социальных сетях. Для поощрения студенческих активов, медиа-центров предусмотрена номинация «Лучший научно-популярный студенческий проект». И впервые предусмотрены номинации по экологическому просвещению и генетическому просвещению.
В 2021 году награды присуждались за лучший проект, направленный на защиту исторической правды, за популяризацию атомной и космической отраслей, а также впервые был вручен специальный приз имени Даниила Гранина. Поступило большое количество достойных заявок. В этом году предлагается сохранить эти номинации и добавить дополнительную номинацию за популяризацию отечественных разработок. Сопровождение этой номинации предлагается компании «Ростех». Подать заявку на номинации можно будет с 14 июля по 3 октября. Традиционно голосование у нас пройдет в два этапа. Первый тур продлится с 4 октября по 17 октября. По каждой номинации экспертному совету предстоит отобрать по 5 проектов. После этого будут анонсированы шорт-листы. И финальный тур пройдет с 27 октября по 14 ноября, где оргкомитет утвердит победителей. Научная коммуникация – это трудоемкая задача, которой важно обладать определенными навыками. Я уверена, что проекты этого года будут не менее значимыми, чем в прошлом году. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Может быть, будут какие-то предложения, замечания, поскольку нам надо и список номинаций утвердить. Конечно, предварительно мы работу проводили, но, возможно, есть какие-то... Пожалуйста. Вы знаете... Может быть, генетическое просвещение, может быть, как-то пошире сделать биотехнологии, может быть, как-то так сказать, это шире, включиться и промышленно. Нет? Ну, давайте посмотрим просвещение в области генетических и биотехнологий. Может быть, чуть по... Хорошо, хорошо. Или в области наука жизни, но это слишком широко, тогда медицина вся включится. Хорошо. Еще какие будут соображения? Пожалуйста. Добрый день. Я как представитель фонда искусственного наука и спорта, конечно, за искусство. Мы все знаем, что творческие, креативные индустрии и, собственно, наука очень переплетены. И мне кажется, оставив номинацию, название номинации, нужно проработать с точки зрения наполнения не только фестивали, собственно, и, допустим, какие-то мероприятия, которые популяризируют науку, но и действительно реальные проекты, которые... переплетаются с научными и действительно имеют уже результат в области креативных индустрий. Я думаю, что стоит добавить это направление. Речь о какой номинации идет? Наука как искусство? Да. Мы так правильно вы сказали, через содержание, видимо, уже. Само по себе... Да, ставить, то есть название прежнее, но дополнить содержанием на креативную индустрию и примерное взаимодействие. Минкульт дает добро, поэтому, я думаю, будем так и будем двигаться. Ну, в одном ключе, думаю. Спасибо. Еще будут какие-то предложения, пожелания? Тогда, коллеги, утверждаем перечень номинаций с поправкой на то, что по содержанию наука как искусство доработаем, и название чуть пошире, имея в виду биотехнологии, а может быть даже и пошире науки о жизни, понимая, что содержание сегодня там составляет, ну, не полностью, конечно, но ключевым таким элементом там являются гентехнологии в широком смысле и вообще генетика. Поэтому мы посоветуемся с коллегами и с Российской Академией Наук, и с РАН, и МГУ, и с другими коллегами, и вернемся к названию номинации. Но сам факт того, что такая номинация нужна, по-моему, не вызывает сомнений. Да, по положению все этот нормативный документ видели, он уже за эти годы уже выверен не единожды, и, собственно, опыт проведения, успешного проведения в предыдущие годы свидетельствует о том, что там нормативная у нас рамка, она достаточно качественная. Поэтому я предлагаю перейти к рассмотрению следующего вопроса. Дмитрий Олегович, о присуждении специального приза за популяризацию космической отрасли. Рогозин Дмитрий Олегович, пожалуйста. Да, добрый день. Большое спасибо за приглашение на сегодняшнее мероприятие. Хочу сказать, что мы хотели бы поблагодарить организаторов за то, что возможность присуждения специального приза за популяризацию космической отрасли теперь возможна уже на системной основе. Значит, я, честно говоря, раньше думал наивно о том, что популяризация отрасли, какой бы то ни было, происходит за счет каких-то ярких событий, достижений, которые в этой отрасли происходят. Ну вот у нас, например, в 2019 году, Александр Михайлович Сергеев, наверное, подтвердит значимость этого события, мы в июле запустили космическую обсерваторию «Спектр-РГ».
с огромными сложностями, которые тогда еще в 2019 году мы испытывали. Сейчас у нас попроще уже в отрасли, но в 2019 году еще были проблемы со средствами выведения и на самом космодроме Байконур. При подготовке пришлось переносить эту миссию, а запустили с Петра РГ на расстояние 1,5 миллиона километров в точку Лагранжа Л2. И сегодня эта обсерватория дает уникальную информацию о звездном небе, о его структуре. Ну, что называется, событие состоялось, все очень довольны, значит, вытерли лоб после такой тяжелой работы. И что вы думаете, там, что пресса прям взорвалась, разразилась какими-то бурными комментариями об очередной победе отечественной космонавтики? Ничего подобного, ничего не произошло. Значит, потому что у нас, к сожалению, ну, сейчас немножко в ходе специальной военной операции ситуация поправилась, немного, но не полностью. Но в основном нас интересует, наши СМИ интересуют события, ну, скажем, какие-нибудь передряги в британской королевской семье или какие-то скандалы, значит, у Пугачева и Галкина и прочая всякая ерунда. Значит, поэтому, конечно, вопрос поддержки науки и технологий, в том числе поддержки со стороны общества, как мы воспринимаем, потому что средства массовой информации мы иногда частенько их путаем с поддержкой общества. Это очень важно, особенно для молодых ученых, для молодых специалистов. Сейчас у нас в Роскосмосе на наших предприятиях идет целая волна молодых специалистов. Я прекрасно понимаю, что для них крайне важно самореализоваться через достижение конкретного результата в их научной работе. Это понятно совершенно. То есть полетел какой-то аппарат или там, корабль, или реализована какая-то миссия в дальнем космосе, безусловно, этих специалистов вы потом и не узнаете, потому что они преобразятся, они станут уже матерыми конструкторами, поскольку за их спиной будет уже success story, успешный опыт работы. Но недооценивать публичную поддержку, недооценивать поддержку средств массовой информации тоже было бы неправильно. Поэтому мы, конечно, безусловно, считаем, что вот эта программа, значит, вот организация специальных премий, стимулирующих наш такой класс журналистов, комментаторов, репортеров о том, чтобы писать о науке, показывать то, что в стране происходит, а в стране происходит много чего полезного, это, я считаю, делом таким очень благородным, и мы это будем, безусловно, поддерживать. Ну, хочу сказать, что в этом году будут номинироваться проекты, которые направлены на популяризацию космической отрасли, научных открытий в сфере ракетно-космической промышленности, повышение престижа, отраслевой, профессиональной научной деятельности. Это все замечательно, хорошо. Но надо иметь в виду, что нам бы хотелось, бы, конечно, чтобы была поддержка непосредственно самых ключевых с точки зрения самой отрасли проектов. Ну, во-первых, смотрите, у нас в этом году произойдет очень знаковое событие. Мы вовремя должны будем завершить строительство на второй очереди космодрома Восточный. Это не просто вторая очередь космодрома Восточный. Это, по сути дела, после проведения всех автономных комплексных испытаний в 2023 году мы выходим на пуск в декабре 2023 года уже ракеты «Ангара» с нового стартового комплекса. Ракета модульная, то есть она может быть и в легком классе, и в тяжелом классе. Это означает лишь только то, что с учетом наличия первой и второй очереди мы имеем возможность выведения с национальной территории, со своего первого гражданского космодрома, всех полезных нагрузок, всего разнообразия космических аппаратов и космических систем в размерности от 3 до 27, в перспективе до 37 тонн на низкоопорную орбиту. Слушайте, ну это уже это очень важно, это историческое событие. Об этом надо рассказывать, говорить об этом, безусловно. Я вот буквально вернулся оттуда с космодрома Восточный в очень хорошем настроении, потому что вы, наверное, не можете себе представить, сколько пришлось переживать, когда строилась в первую очередь со всеми ее проблемами. Но сейчас вошли в ритм, сейчас все идет в правильном направлении. Вот. И любо-дорого смотреть, как говорится. Там ты заряжаешься такой энергией, что хватает, наверное, на полгода. Более того, я почему про космодром говорю? Это же не просто стартовая площадка. Это же Наукоград, мы туда будем переносить и сборочные производства, там появятся научные коллективы, мы сейчас строим для них жилье, саму инфраструктуру. То есть космодром – это не только
как вы понимаете, ну, прекрасно понимаете, стартовые два там стола и технический комплекс, это огромная, мощная инфраструктура всего того, что обеспечивает для страны безопасный и гарантированный выход в космическое пространство. Второе, о чем, я считаю, тоже был бы смысл, наверное, говорить, безусловно, это о той работе, которая сейчас развернута по созданию новой российской орбитальной служебной станции. Но в силу политических, и не только политических причин, но прежде всего политических причин, нам не хочется работать с теми партнерами, которые, ну, как бы уже и не партнеры, потому что они, эти страны, их руководство отправляют смертоносные грузы на Украину, они поощряют войну, эти люди делают заявления, точнее, их представители о том, что страну нашу надо сократить на 50 миллионов человек. Слушайте, я все понимаю, конечно, но вот как руководитель отрасли я не буду работать с этими людьми. И не только я, все мои конструкторы, инженеры, значит, технологи, они испытывают такие же чувства. Нам противно с ними работать. Поэтому мы будем делать свою национальную станцию, многофункциональную, которая будет не только шагом, а может быть даже, сказать, прыжком вперед. Потому что то, что задумала сегодня, значит, группа конструкторов в РКК «Энергия», это стоит отдельного, очень серьезного разговора. Поэтому что я хочу сказать. Мы заинтересованы не просто в популяризации отрасли. Мы хотим, чтобы точечно были освещены те самые моменты, которые с нашей точки зрения, я уверен, что мы не ошибаемся, говорят о заложенном фундаменте на долгие десятилетия, которое позволит сохранить за нашей страной лидерские позиции в космосе. Это, прежде всего, три направления, но они очень важные. Это пилотируемая космонавтика, это, конечно, ракетные космические двигатели, где мы впереди планеты всей до сих пор. Ну и, конечно, это перспективнейшее направление, которое мы решаем вместе с Росатомом, подходим уже вплотную к этой теме. Это создание, ну, в общем-то, принятие программы космической ядерной энергетики, создание межпланетного буксира, который может стать безальтернативной транспортной космической системой между Землей и Луной, в перспективе между Землей и другими планетами. Безальтернативной, хочу подчеркнуть. И я это вижу по реакции наших партнеров и непартнеров. Поэтому специальным призом выступит вот в рамках нашей с вами программы экскурсионная, она даже не экскурсионная, а такой, сказать, в деталях, в мелочах проникновения в суть того, что сделано на космодроме Восточный. Мы готовы будем организовать для тех, кто получит этот приз, такого рода поездку. И не просто это будет, еще раз говорю, туристическая поездка, а именно показать, как это все работает. Показать то, что другие не увидят, те, которые просто приезжают полюбоваться космическими пусками. Ну и, безусловно, также с нашей стороны будет поддержана возможность совместной реализации перспективного научно-популярного проекта. Спасибо большое за внимание, спасибо за поддержку. Спасибо огромное, Дмитрий Олегович, за личную вовлеченность. Это, мне кажется, очень важно, поскольку тема космоса уже не одно десятилетие волнует ребят, школьников, студентов, молодежь. И тема космоса, она есть, будет и, мне кажется, всегда будет высокотехнологичной, поскольку это самые передовые технологии, вне всякого сомнения. И то, что компания... Я сразу хотел сказать, Дмитрий Олегович услышит, мне выпала честь запускать с Восточного первый вообще запуск спутник Ломоносов. И он руководил запуском наш президент. Этот спутник работает на орбите до сих пор и дает очень ценную информацию для науки. Может быть, стоит вспомнить историю, потому что первый запуск – это спутник Ломоносова Московского университета. Спасибо, Виктор Антонович. Ну, я хочу слово передать представителю другой крупнейшей компании «Росатом». У нас сегодня присутствует Юрий Александрович Оленин. У них тоже очень хороший опыт. Присуждение специального приза за популяризацию атомной отрасли. Пожалуйста, Юрий Александрович. Уважаемый Валерий Николаевич, уважаемые коллеги, во-первых, хочу поблагодарить Министерство образования и науки от имени госкорпорации «Росатом» за поддержку нашего участия в премии. В год науки и технологий мы смогли отметить собственной наградой лучших популяризаторов атомной науки в рамках этой престижной премии. Участие в этой премии для нас важный шаг в сторону популяризации достижений ученых отрасли, привлечения в научно-исследовательскую
деятельность молодежи, ярких талантов, особенно в проекте, реализуемые в закрытых городах и региональных научных центрах. Я вот хочу маленький пример привести. Мне некоторое время назад глава администрации губернатора Свердловской области рассказал следующее. Вот есть такой город у нас там, Новоуральск наш, это где находится самый крупный в мире комбинат по обогащению. Так вот, население этого города составляет 2% от, приблизительно 2% от численности всей области. Отдает этот город 25% выпускников школы с золотой медалью. То есть вот вам генетическое продолжение тех людей, которые в свое время Росатом собирал со всех окраин. Собственно говоря, нам важно, чтобы эти люди обратно возвращались. Мы, конечно, многое делаем для популяризации, нам действительно есть чем гордиться. И сегодня упомянутые коллегами несколько наших проектов, они одни из тех, которые являются главными. Ну, собственно говоря, говорить есть о чем, и успехи есть, и совместно, конечно, с другими, с Курчатским институтом, с Академией наук. Мы сегодня делаем эти успехи. Надеюсь, что вот та программа, которая сегодня в виде нацпроекта у нас идет совместно с упомянутыми ведомствами, я думаю, мы ее закончим и уже результаты покажем в 2024 году. Поэтому мы и дальше будем поддерживать и поощрять активных популяризаторов, журналистов, блогеров, способных заинтересовать молодежь инженерными, научными и техническими профессиями. Приз мы оставим прежним. У нас хороший приз. Вот на прошлой неделе на ледоколе знаний, на настоящем ледоколе, победитель прошлого года отправился в путешествие к Северному полюсу. Ну и, соответственно, он будет заниматься своей работой и на ледоколе. Собственно говоря, этот же приз мы хотим оставить и на этот год. Ну и хочу выразить уверенность, что наши общие действия по повышению привлекательности науки и вовлечению молодежи в исследования дадут ожидаемый эффект. У граждан России вырастет интерес к научным достижениям, а процент молодежи в научных разработках станет гораздо больше. Спасибо. Спасибо, Юрий Александрович. Еще один очень важный вопрос. Подведение итогов – это всегда очень такая непростая работа, поскольку огромное количество заявок, страсти, безусловно, кипят. Но, тем не менее, вот прекрасная работа нашего экспертного совета в прошлом году, она позволила нам не просто отобрать лучших, но и никаких нареканий со стороны не получить. Поэтому я хочу предоставить слово Екатерине Борисовне Яцишиной, заместителю директора по науке НИИ Курчатский институт, по вопросу об утверждении состава экспертного совета. Пожалуйста. Спасибо, Валерий Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну вот уже в своем выступлении Валерий Николаевич и Елена Сергеевна говорили о возросшем более чем в два раза количестве заявок в прошлом году. Надо сказать, экспертный совет прошлого состава довольно слаженно поработал, но это было непросто, там были разделены номинации на каждого из членов совета, и работа, честно говоря, была достаточно сложная. Есть надежда, наверное, переходящая в уверенность, что в этом году число заявок останется, если не возрастет, то останется таким же. И мы предлагаем в этом году увеличить количество и экспертов, членов экспертного совета. Если в прошлом году их было 43, то в этом году предлагается 57 человек. И какие основные моменты? Значит, мы решили увеличить представителей СМИ, увеличить представителей количества научных институтов. Так как вводится новая номинация пресс-служба, соответственно, сюда вводятся и представители пресс-служб наших ведущих вузов МГУ, МГТУ, Тюменский госуниверситет и другие вузы. Вы можете увидеть в списке. Также, что касается СМИ, значительно выросло
их представительства, это и ВГТРК, и Rush Today, российская газета, другие СМИ также, и вы увидите в списке и уже из старого состава кое-кто остался, и новые также введены. Также целый ряд представителей государственных органов от правительства Российской Федерации, управления президента Российской Федерации по общественным связям, департамент региональной политики Минкультуры, ряд также департаментов от Министерства образования. Ну и, конечно, также целый ряд победителей уже премии «За верность науке». Ну и вот Михаил Антонович про фантастов упоминал в начале выступления. Это также у нас Сергей Лукьяненко, представитель того самого направления в литературе. Вот такой интересный экспертный совет. И я надеюсь, что у нас будет интересная, сложная и продуктивная работа в таком составе. Благодарю. Спасибо, Екатерина Борисовна. Ну, можно только поприветствовать увеличение количества экспертов, тем более от профессионального сообщества и от профессионального журналистского сообщества. Учитывая такое количество номинаций, связанных с теми или иными гранями журналистской работы, то мне кажется, это очень верно и правильно. Поддержим тогда. Уважаемые члены оргкомитета, уважаемые участники мероприятия, мы рассмотрели все основные вопросы. И я предлагаю по традиции тогда, ну что, в добрый путь, теперь ждем заявки, у нас определены все, кто должен отработать, а осенью я очень рассчитываю, что все мы вместе встретимся, отдельно определим потом формат и место проведения этого мероприятия, но очевидно, оно должно быть таким же знаковым, как это и было в прошлом году. Спасибо огромное. Спасибо.